Да, совершенно верно. Можно даже побольше эту нижнюю петельку делать. Дальнейший у нас сценарий какой? Ну, он сейчас повыше поднимется, посмотрит, как там вообще все выглядит. А следующий на кровати? Ну, такое возможно. Будем смотреть по факту. Да. Ну что, готовы? Расправляйтесь. После второго приземления он обычно сразу сваливает. То есть, как только он первый раз коснулся, сразу пакуем. Уйди. О, все, ништяк. Ну, к нему уже призыв, он чуть-чуть поговорил, по-моему. Да. Ну, на передержку кто может взять? Пожалуйста. Сейчас. Можно я хоть тоже на него гляну? Что, киса? Киса. О, она вообще ласковая. Сейчас его на пару суток возьмем, потом с хозяина на угол. Он похож на домашнего, смотри, какой он похож. Да, он ласковый, вообще как ты. Похож на вообще похож на домашнего, да? Образцовый показатель. И светло, и сухо, и веток нет, и кошечка красивая, и полно народу. Ой, там вообще. Да, и комбез сухой, да? Кто у нас монтажом занимается? Надо кому-то забрать. А, вот. Он посмотрит, что он пропустил.